Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стоп-кадр» в студії Аніта Рашевська. Що є піст за духовним поняттям, ми з вами дізнаємось сьогодні. І з вуст нашого героя почуємо деякі поради стосовно щасливого життя. Пост дан для того, щоб чоловік справився. Это духовная весна, которая приходит для того, чтобы душа человеческая возродилась. Творение добрых дел, исправление человека, молитва – все это вот в совокупности и есть пост. Ясно, что по своей греховности, к большому сожалению, мы все равно падаем, но борьба должна быть. Человек должен всегда бодрствовать, всегда должен работать над собой. Ми чекаємо весни і вже стоїмо на порозі першого весняного дня. А ще ми стоїмо на порозі іншої весни, яку православні християни називають духовною весною. Це Великий піст, який розпочинається вже завтра. А сьогодні, друзі мої, прощене воскресіння – особий день для кожного православного християнина, останній день перед Великим постом, коли ще можна посидіти за столом, коли ще можна покушати щось таке, що вкусно і сладко, тому що завтра Великий пост, і тому не будемо теряти часу, друзі мої, у нас його не так уж і багато з вами. І я пропоную вам зараз пройти вместе с нами в гости к иерею Василию Шевчуку. Батюшка нас, наверное, уже ждет. Посидим, поговорим, отдохнем душою и заговеемся на Великий пост. Пойдемте, друзья мои, пойдемте. Вот я же говорю, батюшка нас уже ждет. Отец Василий, здравствуйте. Здравствуйте. Мы приехали к вам в гости. Пойдемте, друзья мои. Ну что, друзья мои, устраивайтесь поудобнее, потому что с отцом Василием мы уже и чай пьем, как видите, и беседу ведем, и вас приглашаем присоединиться к нам. Сегодня прощенное воскресенье, когда все просят друг у друга прощения. Отец Василий, будьте добры, за приятным чаепитием, наверное, легко просить прощения. А вообще, почему вот установлена такая традиция в православном календаре и в православной жизни, что завтра Великий пост, сегодня прощенное воскресенье, и сегодня нужно просить друг у друга прощения? Для чего? Традиция – это пошла из монастырей, из монахов. Они удалялись на время поста в пустыне, удалялись от обители и просили друг друга прощения, потому что не знали, встретят они друг друга к Пасхе. Они просили прощения на всякий случай, что если вдруг они не доживут до Пасхи, чтобы уйти без обид, да? Они прощали, да, просили прощения друг у друга и удалялись на целый пост в пустыню, удалялись и для молитвы, для прощения, и только приходили, принимали святые тайны Христовы, то есть причащались и спрашивали прощения друг друга, потому что тяжело было и в пустыне пребывать в молитве, там и дикие звери. Мы также перед постом и спрашиваем друг друга прощения. Просим прощения, чтобы не было обиды, чтобы оставить все земные попечения, все земное, что у нас есть, да, какие-то обиды, и для того, чтобы с чистым сердцем, без всякой грязи, без всякой обиды вступить в дни Святого Поста. Отец Василий, ну кто из наших телезрителей знаком с православием, хотя бы чуть-чуть знают, что существует такой особый чин прощения, он происходит в церкви, когда все друг другу подходят, просят прощения, прости брат, прости сестра. Но если ты не знаешь людей, вот часто подходят и говорят, ну прости, а что мне прощать, если я вообще этого человека не знаю? Что отвечать? Это чин прощения, мы и спрашиваем друг друга, да, прощения своих прегрешений. Бывает такое, что действительно люди первый раз увидят храм, ведь друг в другом храме. Но они просят прощения. Мы же стоим в храме. Может, и кто-то и на самом деле и обиделся на нас, но мы не знаем, там бывает разный, там толкнул кто-то в храме, неправильно что-то сказал, поступил. Мы там что-то помыслили на того человека. И спрашиваем благословения. Если и нету прегрешений друг друга, то это не будет грехом.
грехом, а наоборот, это доброе дело, намерение человека раскаяться даже в том, что вот может он и ничего и не сделал на самом деле. И вот, отец Василий, завтра Великий пост, вот сейчас мы сидим, у вас такая красивая белая скатерть, такой радостный стол, ну правда радостный, а завтра уже все меняется на черное, и завтра уже печально звонит колокол. Вот Великий пост – это как подвиг, можно его назвать? Да, это подвиг. Это есть подвиг, который мы несем вот, для своего спасения, вот, и жертву такую даем Богу за то, что Господь посылает нам вот, благо. То, что колокол, да, траурная одежда, не надо печалиться. Это все делается для того, чтобы настроить нас на покаяние, настроить нас на подвиг поста. И потому вот и звучание колокола, да, одиночный колокол, и пение меньше, чем чтение, обычно больше поют в храме, но в дни поста больше уже читают, для того, чтобы настроить человека на покаяние, для того, чтобы настроить человека на исправление. Ведь пост дан для того, чтобы человек исправился. Это духовная весна, которая приходит для того, чтобы душа человеческая возродилась, бросила все греховное, и чтобы человек мог быть способным вот к созиданию своей души, к созиданию Царствия Божия в своей душе, внутри себя. Мы все храмы Духа Святого, как говорит Господь, и внутри нас, в нашей душе, есть Дух Святой, который пребывает. И мы с вами призываемся церковью, особенно в дни поста, чтобы исправиться, чтобы соделаться достойными вот этого Духа Святого, который бы пребывал в нас. Хотя должны и все время заботиться о своем спасении, заботиться о своей душе. Ну вот смотрите, отец Василий, вы говорите, что все это настраивает душу на тот настрой, чтобы она искала спасение. А спасение возможно только через покаяние. То есть пост великий – это в первую очередь спасение души и исправление самого себя. Но очень-очень-очень большое внимание уделяется тому, что нельзя есть и что нельзя пить. Поэтому получается, что Великий пост – это даже некий такой гастрономический набор. Ах, это нельзя и это нельзя, ах, извините, я на посту. Так что ж больше, тело или душа? Ну, мы и тело у нас есть, да, и душа человеческая. Во-первых, мы должны искать Царствие Божие. Для того, чтобы его найти, мы должны исправляться, мы должны жить правильной жизнью. Вот. Для этого нам нужно нас настроить. Настроить как? Настроить постом, молитвой. Иначе человек не может духовно настроиться. И в посте, воздержании от пищи, человек настраивается на духовную жизнь. Многие из нас думают, что, как вы говорили, что пост – это воздержание от пищи. Воздержание от пищи можно назвать диетой. А пост – это в совокупности воздержание не только от пищи, воздержание от всего греховного, воздержание сейчас вот актуальное, да, интернет, компьютер, телевизор, различные там игры, вот, когда человек посещает какие-то мероприятия развлекательные, вот, и вот этого всего воздержания. Воздержание, чтобы не осудить ближнего, чтобы не обидеть, творение добрых дел, исправление человека, молитва. Все это вот в совокупности и есть пост. Вот вы знаете, вот как-то вот я вас слушаю, и кажется, что, ну, в принципе, ноша практически непосильная. От всего отказываться, поститься, молиться. Ну, а что еще? Нет такой ноши, которую человек не может понести. Господь дает нести каждому столько, сколько человек может. Человек видит, и когда общается со своим духовником, когда общается с священником, и они должны вдвоем смотреть, заботиться о том, какой пост должен быть для человека. У каждого есть свои страсти, и каждый должен в первую очередь воздерживаться от этих страстей.
Мы воздерживаемся от пищи, да, от мясной, от молочной, от рыбной продукции, для того, чтобы наш ум просветлел, чтобы мы начали замечать за собой прегрешения. Человек несет пост по мере своих сил. Церковь уже не заставляет каждый, чтобы постился, да, вот. Но каждый человек выбирает для себя сам, какой есть его пост, какой он может понести подвиг. Если человек возьмет на себя бремя тяжелое, которое он не сможет нести, он пропастится день, два, ну, неделю, и потом не сможет вот, провести этот пост. Человек должен нести всегда подвиг, и чтобы каждый раз, когда человек вступает, да, в пост, чтобы каждый раз он все больше и больше нес подвига. Для кого подвиг воздержаться от смотрения телевизора вот во время поста, это также есть подвиг. Для кого подвиг в храм приходить чаще, чем он приходит, там, да, как у нас обычно, на крещение, на Пасху Господню приходит. Вот. Для кого подвиг не осуждать, да. И ясно, что по своей греховности, к большому сожалению, мы все равно падаем, но борьба должна быть. Борьба со своими страстями и усилия для того, чтобы нести пост. Ну, наверное, для кого-то подвиг не съесть шоколадную конфету. А поэтому сегодня ее можно съесть. И я вот сейчас, телезрители, прямо на ваших глазах съем шоколадную конфету, потому что ну, завтра уже, наверное, и не надо будет есть. Вкусная, кстати, конфета, отец Василий. А что, шоколадные конфеты тоже нельзя в пост есть, если честно? Если честно, то нельзя есть. Они не приносят пользы. Бывает, да, разрешают послабление в посту. Люди, которые болеют, там, беременные женщины, кормящие женщина, дети, потому что надо им расти. Но разрешают, да, попускают пост на ту пищу, которая приносит пользу для здоровья. На самом деле, если много конфет есть, то это здоровью не принесет никакой пользы, а наоборот навредит. Тем более, это также можно применять к страсти, когда человек не может воздержаться от этих же конфет. Никто не запрещает, да, вкушать конфеты, хотя сейчас есть и конфеты, которые не содержат там, молока. Вот. Но на самом деле тоже должны воздерживаться в чем-то. Вот человек и должен проявлять свою силу, что вот ради Господа он, например, не будет вот в пост вкушать конфеты. Или отказаться от мяса, то есть да. Отказаться от телевизора, отказаться от того, что больше всего тебе нравится. Да. И это время, что мы проводим за каким-то да, развлечением, за каким-то любимым делом, вот, направить на молитву, направить на чтение Священного Писания, направить на творение добрых дел. А вот творение добрых дел, отец Василий, что сие означает? Ну, понятно, там, старушку перевести через дорогу. А что еще? Вот какие еще добрые дела? Ну, так вышел и говоришь, эй, люди, кому добрые дела? Вот как делать добрые дела? Не надо спешить, выбегать на улицу и искать людей, кому сотворить добрые дела. Господь сам знает, в какой момент какого человека, нуждающегося, прислать к нам, чтобы мы помогли ему. А, то есть нам самим суетиться не надо? Да, так можно просто впасть в прелесть, а то, что вот я такой милостивый, всем раздаю милостынь, я там такой помогаю, смотрите, вот я помогаю. Этого делать не надо. Господь посылает людей, с которыми мы общаемся, с которыми мы видимся. И люди проходят, часто же приходят люди, как просят какой-то помощи, там, или милости не просят, или покушать, или сотворить какое-то дело, да, помочь. Вот. И мы должны тогда не отказать человеку. Отец Василий, ну смотрите, пост великий, это, как мы уже сказали, это подвиг. Это отказ от каких-то таких моментов, когда ты очень что-то сильно любишь. Но понимаете, это когда ты сам себя, ну не сам себя, конечно, с помощью Божьей, то есть покаяние, это перерождение, это изменение себя к лучшему. Но вот уже сколько веков Великий пост установлен на Руси, а заканчивается пост, и все возвращается на круги своя.
Да, потому что мы, к сожалению, не задумываемся о своей жизни, и только в пост как-то начинаем, вот стараемся для того, чтобы задуматься о себе, задуматься о том, что мы делаем и какие мы на самом деле есть, задуматься о вечности, о своей душе. Хотя церковь призывает не только в пост, церковь призывает каждый раз нас на исправление, на покаяние. И, к большому сожалению, вот мы забываем об этом, забываем, когда уже нет поста, забываем о своей душе и еще больше и больше прилепляемся к земным вещам, потому что грех настолько вот уже исказил в человеке образ и подобие Божие, любовь к Богу, да, любовь к правде, к истине, любовь к ближнему, что мы уже не замечаем этого. Пост приходит, и мы хоть как-то начинаем вот задумываться. Церковь уже напоминает нам то, что мы должны задуматься о вечности, то, что нас ждет. Потому что, как воспевается в каноне древнегреческого «Душе моя, душе восстань, что спишь, и конец приближается». Мы не знаем, что с нами будет завтра. Мы не знаем, сможем ли мы прийти к Господу на покаяние, а знаем то, что грехов у нас есть много. Мы согрешаем, и эти грехи остаются в нас. И вот и мы должны заботиться всегда о своей душе, не только вот в посте, но и так в будные дни. Отец Василий, ну вот вы говорите, мы согрешаем всегда. Но как часто вам, наверное, как священнику это в первую очередь знакомо, когда люди говорят, а у меня нет грехов, потому что не убил, не украл, не прелюбодействовал, живу культурно, хорошо, не грешу. Но это а вы говорите, у всех людей грехи есть. У всех есть. Только один Бог безгрешный, всех людей есть грехи. Говорят, что нету таких грехов больших, потому что они их не видят. Почему? Потому что мы заметили свою греховность. Первое дело к исправлению – это заметить и осознать то, что я человек грешен. Когда это увидим мы с вами, то мы уже понимаем, что нужно что-то с этим делать. Когда вот врачи лечат человека, в первую очередь нужно узнать диагноз. Когда есть диагноз, тогда уже врач знает, как лечить. До этого времени врач еще не знает до конца, как лечить, что надо делать для того, чтобы помочь человеку. Также и в духовности мы с вами сначала должны осознать то, что мы грешны, видеть грех, и потом бороться с грехом. Вот и на это и направлен пост, для того, чтобы мы с вами смогли увидеть свои прегрешения, для того, чтобы мы с вами смогли их осознать и чтобы пришли к Богу с покаянием. Ну вот завтра в церкви будут читать великий покаянный канон Андрея Крицкого, и вы сейчас процитировали эти слова, что «спишь, душе моя, восстань». Это, конечно, удивительные такие мгновения. Телезрители, кто из вас побывал хоть раз на Великом каноне Андрея Крицкого, знают, какое большое вдохновение дает этот канон. Хотя, казалось бы, все в черном, и все стоят практически на коленях, в храме темно, но одновременно с этим нет вот этой глубокой скорби, как, например, когда скорбь по ушедшему близкому человеку. Почему так? Потому что мы больше, как я уже говорил, прилепляемся к земному, нежели думаем о небесном. К человеку мы прилепляемся, и когда уходит человек, да, мы скорбим о нем. Скорбим, потому что не до конца верим в загробную жизнь, то, что мы будем все в Христе. Мы не заботимся о том, чтобы нам исправиться, чтобы вместе мы были в вечности со Христом. А на молитву надо настроиться. Те все прегрешения, те все земные заботы, которые у нас есть, они мешают человеку вот настроиться на молитву. И читается канон вечером, да, когда нет света, для того, чтобы максимально дать возможность человеку вот, настроить себя на молитву. И человек каждый должен вот, заставлять себя к молитве, заставлять себя отбрасывать все вот эти
помыслы, мысли, которые приходят во время молитвы. И человек должен чувствовать сердце, чувствовать душою слова молитвы, слова канона покаянного Андрея Крицкого, которым рассказывается падение человека, грехопадение, когда человек вот падает в грех, и показывает, когда Господь поднимает этого человека, поднимает от рабства греха и дарит ему жизнь вечную. Отец Василий, вот вы говорите, что заставлять себя на молитву. Каждый раз человек должен себя заставлять. Иной раз заставлять даже проснуться, встать и что-то идти, и что-то делать. То есть он и так себя постоянно заставляет, а тут еще и заставлять молиться. Человек должен всегда бодрствовать, всегда должен работать над собой, потому что лень, которая мешает человеку как в духовной жизни, так же и в мирской. Когда нам лень встать на молитву, когда нам лень пойти поработать, но мы же заставляем себя, вот когда живем, заставляем, поднимаемся, идем на работу. Потому что мы понимаем, что если мы не пойдем, то не будет для нас пропитания. Также мы должны заботиться и о духовности, заставлять себя и на молитву, и на пост, и на покаяние. Потому что если мы не будем этого делать, мы с вами станем уже неспособными к духовной жизни. Потому что ничто скверное, нечистое в Царствие Божие не войдет. И для того, чтобы быть способными Царствие Божие наследовать, мы должны заставлять себя. Без труда не выловишь и рыбки из пруда. Каждый человек должен трудиться. Отец Василий, вот вы как священник, ведь, ну ладно, мирской человек, но неохота ему читать молитвы, не будет он читать молитвы, если уже так сильно неохота или нет сил. Но вы как священник, вы не можете пропустить правила. Вы, если даже очень сильно устали, но вас зовут к человеку, которого нужно причастить, пособоровать, ну или просто человеку нужно поговорить, и ему нужна поддержка, потому что он не знает, доживет ли он до завтрашнего дня. У вас это слово «заставлять» к вам оно не относится. Это для вас, как для человека Божьего, это как само собой разумеющееся? Когда... Как воина Христова? Да. В первую очередь это надо пойти человеку помочь, поисповедовать, причастить, или какая-то есть нужда. Человек позвал, идешь к человеку помочь, потом приходишь, молишься. Сейчас даже для мирян есть вот что, может, человек там нету времени, у человека нету силы, вечерние правила, утренние правила, есть правила Серафима Саровского, но только не надо этим злоупотреблять. То есть оно дано для того, когда вот, действительно у человека вот была какая-то нужда, когда человек был занят, вот и нет уже времени, действительно нету сил, то тогда человек вот может прочитать правила Серафима Саровского. Но когда человек ленится прочитать правила, да, ленится помолиться, но это уже другой вопрос, и тогда надо себя заставлять нам на молитву. Великий пост для вас это и более долгие службы, и плюс вот, например, если врач, он даже врач на скорой помощи, например, или врач-спасатель, он оказывает человеку помощь, он спасает его от смерти, но потом он приходит домой и, в принципе, он отключается от того, что было на работе. А вы причастили человека больного, а он просит вас, помолитесь обо мне, и вы приходите домой, а вам нужно еще молиться и за того, и за вас, телезрители, тоже надо помолиться. Правда, отец Василий? Да, это духовная жизнь. Кого Господь призывает к молитве, да, заботиться в большей степени вот за молитву, да, за людей, чтобы помогать, кого врачевать, кого строить, но все равно мы с вами должны пребывать все в молитве. У каждого человека должно быть свое молитвенное правило. Кто молится час-два, кто молится пять минут. Но молитвенные правила, молитва всегда должна быть. И Господь принимает каждую искреннюю молитву, каждый вздох. Каждую молитву, потому что каждый человек несет по мере своих возможностей, по мере своего духовного роста. Отец Василий, и будьте добры, благословения для наших телезрителей, ваши как священника на Великий пост. Пускай Господь благословляет всех вас в несении
этого времени, поста, чтобы все мы с вами взяли за эти дни для себя урок, чтобы мы с вами исправились в своих делах, в своих плохих поступках, которые мы с вами делали, и чтобы пост не был, это время поста не прошло для нас напрасно, чтобы мы с вами все подготовились с Божьей помощью до встречи светлого праздника Пасхи Христовой, воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Пускай Божье благословение всегда будет пребывать со всеми вами. Господь благословляет и укрепляет всех вас. Дай Боже нам з вами, друзі, дожити до світлого Христового Воскресіння і з радістю зустріти праздник праздників і торжество торжеств – Пасху. Я, Аня Тарашевська, прощаюсь з вами. На все добре.